Народ, всем привет! Сегодня мы в докторском кабинете. Мы будем запускать пациентов по одному, они думают, что я начинающий врач. Мистер Мейбери! Да, это я. Как вы поживаете? Меня зовут Майкл. Приятно познакомиться. И мне очень приятно. Как вы себя чувствуете? Очень хорошо. Это здорово. Смотрите, мы проводим исследование. Хорошо. Это связано с головными болями. У вас когда-нибудь были головные боли? Ну, иногда бывает, но не часто. Это здорово. Скажите, когда у вас болит голова, вы испытываете давление в шее? Может, в позвоночнике или в спине? Все дело в том, что в течение дня мы накапливаем стресс в этих областях. Ну, вы знаете, мне кажется, нет. Вы не чувствуете стресс в спине, окей? Вы не против, если я вам ладонями немного по шее постучу? Это рефлексотерапия называется. Хорошо. Сейчас я вам немного надавлю вот здесь и вот здесь. Я чувствую, у вас здесь есть напряжение. Я прям чувствую это напряжение. Смотрите, я вам покажу на примере вот этого скелета. Вот это, смотрите, вот эта вся область может являться причиной... Я бы сказал, основной причиной головных болей и стрессов. И вот эту мышцу, которая находится в этой области, в трапециевидной мышце, ее периодически нужно массажировать. Я вам покажу, это все очень просто. Окей. Большинство людей даже не знают, что мышцы в этой области могут зажиматься. Наклоните голову вперед. А это является причиной головных болей. После массажа могут появиться галлюцинации. Мистер Мейбери? Да, это я. Добрый день. Простите за опоздание, сегодня было очень много вызовов. Мы проводим исследования, которые касаются головных болей и стрессов. Вы не против поучаствовать? Чего, блин? У вас встречалось изменение сознания или, может быть, у вас были галлюцинации? Скажите, хорошо ли вы спите? Бывают ли у вас бредовые идеи или помутнение рассудка? Может, вы чувствуете давление в голове? Мистер Мейбери, все хорошо? Забудь и просто отпусти, слова не значат больше ничего. Из телефона удали воспоминания все до одного. Уже не будет все как прежде, к черту все надежды из чистого листа. Забудь и просто отпусти, это не любовь, это просто игра. Забудь и просто отпусти, это не любовь, это просто игра.